Являюсь студенткой Педагогического университета имени Максима Танка по специальности дошкольное образование. Люблю детей, хочу нести им свет. Для этого мне предстоит так много. Простых путей большим победам нет. Люблю водить машину. А кстати, думаю, не ошибусь, что каждая из девушек, которая является водителем, слышала от мужчин обидные слова. Как ты сдала на права, как с какого раза? Я скажу вам честно, сдавала я сама и с первого раза. Я учила, я все сама сдала. И не вожу собачку за рулем, не покрашу брови, не ем печенье. Зеркала сугубо для вождения. И почему у мужчин сразу паника, что у девушки автомат, а не больше, что у девушки механика, а не автомат. Рука крепка, старт без рывка и нет косяка. Я привыкла, что в окно глазеют все, что тормозят инспектора, дай телефон, а то снимем номера. А у меня все мелочи соблюдены и ни одной царапины. Парням не покажу свои обиды, тревоги. Встретимся, ребята, на дороге.